Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть городских ломбардов «Титан» поздравляет всех с Новым годом! Ждем вас в наших дисконт-центрах. Единый телефон 450707. Стали известны подробности крупного ДТП с погибшим в Орловском районе. Напомним, в ночь с пятницы на субботу на трассе Вятка сотрудник спецвзвода ДПС за рулем «Мерседеса» врезался в «Ладу» 14-й модели. Все подробности в рубрике «Сводка происшествий». Известно, что пьяный капитан спецвзвода ДПС Дмитрий Хохряков, начальник Орловского отделения полиции Юрий Шалагинов и 4 пассажирки ехали из корпоратива в Киров в ночной клуб. По пути иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой» 14-й модели. В итоге погиб водитель 14-й, 5 пассажиров получили травмы. Сейчас в отношении виновника аварии капитана Хохрякова возбуждено уголовное дело, он задержан, решается вопрос о его аресте. Там же в Орловском районе столкнулись 3 автомобиля – «Лада Ларгус», «Скания» и «МАЗ». На место ЧП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Информация о пострадавших уточняется. В Зуевке 29-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Уралом». Водители, 2 пассажира – это девушка и 9-месячный ребенок – получили травмы. Их госпитализировали. На улице Романа Ердякова рядом с детским садом вспыхнули 2 строительных вагончика. Один из них сгорел полностью, у второго обгорели крыша и стены на площади 30 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 13 человек и 4 единицы техники. В деревне Кузнецы вспыхнули частные хозпостройки. Помещение кирпичное, но с деревянными перегородками. Огонь охватил большую часть здания, и в итоге сгорела крыша и деревянная обрешетка. Полицейские застали врасплох сотрудников кафе на улице Воровского. Претензии к работникам заведения были по поводу устаревшей лицензии и маркировки крепкого алкоголя. Значит, посмотрите, бутылка «Парламент». Да я видел, что не тот, который надо. На продавца составлен протокол об административном правонарушении. В отношении юридического лица проводится проверка. За данное правонарушение для юридического лица установлен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Всего из кафе сотрудники полиции изъяли 50 бутылок спиртного на сумму более 30 тысяч рублей. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.